Привет, друзья! Как обычно, у нас обеденное время. Все наши питомцы в доме прохлаждаются. И каждый занимается своим любимым делом. Вот, например, наш воробьишка любит куклиться в салфеточке. Он тут, я не знаю, что он там, перья чистит, гнездо себе вьет. Что он там делает? Ну, короче, копошится как блоха. Кота, конечно, эти звуки привлекают, но он не реагирует злобно. А наша крыска, мы их пытаемся познакомить с воробьем. И воробей дает отпор крыске. Видите, гляньте, что творит. Такая маленькая блоха, а такому жиртрестику дает отпор. Хотя он, крысенок, ничего против не имеет. Гляньте, гляньте, что он делает. Ну, у воробьишки срабатывает какая-то защитная реакция. Да он сработал, видно, лежит. Реакция его защитная. Он клювом начинает вот так трещать. Ту-ту-ту-ту-ту. Неугомонный, бегает, бегает. Он такой хорошенький, такой пушистенький, такой лопоухенький, любит массажик. Гляньте, какой он. Пузико беленькое, лапки розовенькие, ушки торчат. А это чудо, боже. Боже, вот эта блоха такая, вся зацмоктанная какая-то. Но он уже начинает перышки чистить, уже начинает сам вычесывать себе лапки, крылышки. Там, правда, непонятно, что у него хвост, не хвост. Одно перо выпало, другое осталось. Не хочет, не хочет слазить. Так, вот он первым делом побежал мучать Рику, терроризировать кота. Кот только улегся спокойно, а не тут-то было. Он вчера так прикольно прятался за кота, когда мы выпустили мышонка ознакомиться с воробьем. А ну, опусти ее на пол. Подстрахуйте, чтобы она не забежала под диван. Блин, чтобы она не забежала. Боится. Так это блоха. Когда боится, когда подходит. Сейчас Рико психанет, скажет, надоели мне вы с вашими лялектиками. А этот наоборот, малой, тулится воробей. Рикуш, ложись, ложись, отдыхай, ложись. И воробьишка возле тебя тоже примостится? Не, не, никак. Да ну, скажи, вас наступил на ребенка. Кипиш наводите тут. Слон прям целый, это ужас. Но воробей лучше крысы, потому что крыса всегда норовит куда-то убежать, а воробей никогда никуда не убегает. Его можно найти все время возле кота. Где кот, там и ищите воробья. Там и воробья ищите. Ну, видите, крыса сейчас что-то от него текала. А вообще, как бы, иногда подходит. Подходит, понюхает морда в морду ее. Вот. Видите, нюх-нюх-нюх. Ничего, но вроде не умирает от страха, смотрите. Выпала, потому что она у нас сколько? 2 недели всего живет. Рико, он подходит, да, он подходит к клетке. Они как бы знакомы, видите? Так что такого прям страшного ничего нет. Забирайте ее. Он подходит, он постоянно над ее клеткой сядет, сидит, то хвост нюхает, они общаются. Но не так, как с этим кренделем, гляньте. Он от меня прячется за Рикой за спину. Так что жизнь у них не такая уж и плохая, и не опасная. Ладно, давайте будем на этом заканчивать. Пусть животные отдыхают.